А вот мы добрались до чудесного места под названием Ники. А я себе уж дом нашел. Я остаюсь. Нормально, можно жить. Ну вот, добрались до места с романтическим названием Рыбзавод. Вон оно. И решили пойти в сторону более закрытых. Не до конца они закрыты. Все-таки люди в них есть. Местный рельеф напоминает чем-то Аяшечку. Плюс Лисий бухту. Вот сладусики. Ну что, как вам дорога? Справляетесь? Я решил остаться. Нашел жилье побюджетней. Хорошо. Мне, в принципе, нравится. Тут и шишечки, зато по голове не ударят. Ну вот. Немного окунулись в такие более дикие путешествия. Хотя, в принципе, ничего дикого тут нету. Кроме меня. Дики-дики. Познакомились с ребятами вон. Из города Пермь. Тусуемся. Смотрим, вон. Получается. Пицунда, гостиницы высокоэтажные. Хорошо. Идем дальше, посмотрим, что из этого выйдет. Yeah.